Всем привет! Сегодня сделаем такой дизайн с завитками. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Буду делать покрытие гель-лак, поэтому предварительно ногтевую пластину я запилила бафом и обезжирила. Теперь наношу базовое покрытие. Наношу его тонким слоем, обязательно запечатываю торцы ногтей и сушу в лампе 2 минуты. Наношу цветное покрытие и сразу делаю лунный маникюр. Лунный маникюр я покажу, как делать двумя способами. Это способ номер один, второй способ будет дальше. На этот ноготь цветное покрытие я наношу не полностью на всю ногтевую пластину, только наполовину. Все материалы, которые я буду использовать в этом дизайне, есть в описании под видео. Для второго способа лунного маникюра вам нужна будет тонкая кисть. Нужно будет прорисовать сначала линию там, где у вас будет лунка, этой кистью, а потом полностью покрыть ногтевую пластину обычной кистью с баночки. Но мне почему-то больше нравится первый способ, но вы можете выбрать себе тот, который вам ближе. Наносить цветное покрытие я буду в два слоя. Каждый слой обязательно запечатываю и сушу в лампе 2 минуты. Приступаю к дизайну. Дизайн я буду делать гель-лаком белого цвета, также можно использовать акриловую краску. Буду наносить точки вокруг лунного маникюра и сушить их 1 минуту в ультрафиолетовой лампе. Дальше я буду наносить финишное покрытие и сушить его в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Вытираю липкий слой с финишного покрытия и буду приступать к дизайну. Дизайн буду рисовать гель-краской белого цвета. Буду рисовать завитки. Итак, почему я рисую завитки после того, когда нанесла финишное покрытие? Это я делаю для того, потому что гель-краска будет давать объем этому дизайну. Если вы будете рисовать акриловой краской или просто гель-лаком, нужно будет рисовать завитки перед нанесением финишного покрытия. Отправляю в лампу на 2 минуты.
Вот такой получился нежный дизайн ногтей. Всем, кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных видео. До скорых встреч!